Друзья, вот и тележка с мясом. А за ней тянутся львы. Чук, Чип, Кай. Самые главари в этом сезоне. Вон и львицы подтягиваются. Ну так, не спеша, тележка уже вон где. Видите, своими широкими шагами. А, малыш, он не спеша так. Я не могу, я от него балдею. Ага, он таким... У меня аж мурашки. Что такие глазки, такие чаплинская походка. О, пир на весь мир. Так, идут левики. Не спеша так. Знают, что мяса хватит. А Чук первый, как настоящий вожак, к трапезе приступает. Кай пришел, не жалуется на аппетит. Так много мяса, что кажется, его сложно съесть, но через несколько минут все будет съедено. А Чук не пришел, да? А вот же он. А вот, я думала, он светлее, почему-то по телевизору. Персей пришел, длинноногий. Во изобилие мяса. Да, да. Да вроде узнаю, но... Он самый белый, видите, Чип немножко пожелтее. Вот это Чип. А, это Чип. Да, а то Кай белый, здоровый. То
молока, и то не дыл. А дыл аж не выпустили. Дыл сейчас с няшей сидит в вольере. Я думала, что этот больше. Как-то он больше кажется. Ну, лежит, когда он встанет, то... У него, конечно, может быть такая умная, интересная. Да, да, очень умный лев. Умный, спокойный. А Султанчик какой молодец. Понял, кто защищает. О, Султанчик-то вообще герой. А что там герой такое? И главное, что-то жалуется. Да, Султан это такой лидер. Красивенький. Ну, это же молоденький. Вот еще. А эти все нахрен. Мы с Тамарой ходим. А, это все гек загулявший. Малыш? Да. Малыш, а что тут придет? Малыш мой любимый придет, встанет и стоит. Иди сюда. Почему я взял? Люди не видят. Это кто? Малыш в раздумьях идти или нет. Ну, Геку понятно, не до еды. Пришел, сел, полежал. Малыш! Иди сюда, мальчик. Чего ж пойти? Да, был бы голодный, подошел бы. Он-то никого не боится. У него свои мысли. Мальчик. Дальше пойдем. Все, посмотри. Пошлите тигра в сторону. Айлинка. Так что, друзья, кто спрашивал за малыша, вон он, любимчик публики. Он даже и не идет. Он поели немножко и сидят. Да, так нас такое изобилие. Сейчас хорошо, что стали маленькие кусочки. Не, они не спеша их. И проглатывать удобнее. То с косточками будет. Угу. И кости убирать не надо. Меньше валяется. Уже наступают. И не вырывают друг у друга. Сидит, рассматривает. Не ест. Рыбочка такая смешная. Что-то поест, поест, посмотрит. Ну, то что делает. Да. Темно изойти. Чип опять стал толстенький такой. Не будешь? Тогда пойдем цепить. Подушечку мальчику. Не мешай ему. Вот Лёва под нами. О, малышок притопал. Малышок уже ветеран всех львиных войн. Да, ну Чип какой стал кабанчик. В вольере он не такой был. Так что, друзья, с малышом все нормально, он кушает хорошо и... Вот он, красавчик. Малышочек.
здесь что это делает. А ты смотри, она на него идет. А то сделала вид, как это не видит. Так, а что-то чук без пары. У Дейла есть пара. А чук пока себе невесту не нашел.